Даже если перхоть войдет в моду, Модум все равно будет заботиться о здоровье ваших волос, производя шампуни против перхоти. АПС – уникальная система защиты волос. Устраняет перхоть, уменьшает жирность, придает объем вашим волосам. Модум – модно быть красивым. Здравствуйте, меня зовут Ольга Аверкова-Литвинова, и я вам расскажу о погоде на ближайшую неделю. С приходом августа в Беларуси стало прохладно. В начале недели местами по стране ртутные столбики термометров опускались до отметки плюс 4, плюс 7 градусов, а днем воздух прогревался не выше плюс 17, плюс 23. Местами прошли кратковременные грозовые дожди. В воскресенье 7 августа в юго-восточных районах Беларуси прогнозируется солнечная и сухая погода, а вот северо-западные районы республики окажутся под влиянием фронтального раздела, смещающегося с Западной Европы. Поэтому здесь ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью плюс 11, плюс 18 градусов, максимальная днем плюс 22, плюс 28. По юго-западу столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов. Температура воздуха в Брестской области составит ночью от плюс 13 до плюс 18 градусов по Цельсию. Днем 25-30 выше 0. Местами кратковременный дождь. В Гродненской области ночью от 13 до 18 градусов тепла. Днем от 24 до 29 со знаком плюс. Местами кратковременный дождь. В Витебской области также прогнозируется кратковременный дождь. Температурные показатели таковы. Ночью плюс 12, плюс 17 градусов по Цельсию. Днем плюс 22, плюс 27. По Могилевской области значения температур составят от плюс 11 до плюс 16 градусов ночью, днем от плюс 23 до плюс 28, преимущественно без осадков. По всей территории Гомельской области температура в течение суток будет колебаться в пределах от плюс 11 до плюс 16 градусов ночью, днем от 24 до 29 градусов со знаком плюс, осадки не прогнозируются. И о погоде в Минской области. Ночью плюс 12, плюс 17 градусов. Днем местами ожидается кратковременный дождь, и температура составит от плюс 24 градусов до плюс 29. Теперь подробнее о погоде в нашей республике на следующую неделю. В понедельник, 8 августа, ночью местами, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы, сопровождаемые сильным порывистым ветром. Температура воздуха минимальная ночью плюс 13, плюс 19 градусов, максимальная днем от плюс 18 по северо-западу и до плюс 29 градусов по юго-востоку страны. Во вторник, 9 августа, на большей части территории прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха минимальная ночью плюс 10, плюс 17 градусов, максимальная днем плюс 18, плюс 25. 10 августа в среду республика будет находиться в области пониженного атмосферного давления, сформированной в прохладной воздушной массе. Температура воздуха минимальная ночью плюс 9, плюс 14 градусов, максимальная днем плюс 17, плюс 24. Местами по республике пройдут кратковременные дожди с грозами. В четверг ночью по западу, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью плюс 7, плюс 13 градусов, максимальная днем плюс 14, плюс 19. В пятницу, 12 августа, также ожидаются дожди. Температура воздуха минимальная ночью плюс 7, плюс 12 градусов, максимальная днем плюс 15, плюс 21. Знойная жара осталась позади, и теперь можно вдоволь насладиться комфортной погодой последнего летнего месяца. И о погоде в Европе. Если в большинстве стран Западной Европы еще в начале недели будет дождливо, то уже через пару дней Азорский антициклон значительно улучшит погоду. Только государства Скандинавского полуострова и страны Балтии окажутся во власти прохладных воздушных масс, поступающих с севера Атлантики. Теплее всего в первой половине недели ожидается на юге Испании, где после полудня ртутные столбики термометров достигнут отметки плюс 36, плюс 38 градусов. А холоднее всего окажется на севере Норвегии, плюс 9, плюс 11. Температура воздуха в ближайшие дни составит в Мадриде от плюс 20 градусов ночью до плюс 33 градусов днем. В Лондоне и Париже от плюс 12 до плюс 22 градусов. В Риме плюс 19, плюс 29 градусов. В Киеве от плюс 17 до плюс 26 градусов. А в Москве погода будет изменчивой. К концу недели в среднем она составит от плюс 16 до плюс 24 градусов. И в заключении программы несколько слов о температурных рекордах, характерных для этого времени года. Самая холодная погода была зафиксирована ночью 9 августа 1987 года. В Лунинецком районе Брестской области столбик термометра опустился до отметки плюс 1,6 градусов. А самая высокая температура воздуха была зафиксирована в Гомеле. Днем 8 августа 2010 года она составила плюс 38,9 градусов.
На этом позвольте с вами попрощаться. Неважно, какая погода за окном, Модум всегда будет заботиться о красоте ваших волос. Инновационная разработка лаборатории Модум – шампуни против перхоти системы АПС. Модум – модно быть красивым.